берегу. Направляемся к цели. Ждем вас в точке эвакуации. Только что видели цель, движется к вам. Все просто. Входим и выходим. Никто не узнает, что мы там были. Здесь своих нет. Снимай его. Вот наш грузовик. Не стреляй в охранника, иначе конец. Просто заложи заряд. Я прикрою сзади. Into Badri. ناظر منيح عشان المجاندون بيمشوا بطيئة بس هم عند توقعوه تحت معرسي يكون مينا منتظروا التعليمات بدت المهمة عامل جيد يا أخوي نحن عنا قضية كبيرة أكثر مما تتخيلوا حظ سعيد Ричард, охранник вооружен. Сними его тихо. Все не так. Лена. Черт. Почему ты бросила трубку? Я в машине. Мы в тоннель заехали. Ты что, разговариваешь за рулем? Она в машине? Я не за рулем. А кто за рулем? Папа. Еще вопросы? Извини. Ты всегда извиняешься. Я не хочу воевать. Ты ради этого живешь. Мазер, это Дасти. Что за чертовщина у вас творится? Понятия не имею. Мы заложили обычную взрывчатку, а потом на нас вдруг посыпались контейнеры и начал стрелять чертов вертолет. Мы уверены, что это был не береговой патруль. Не он.
Я получаю сигналы отовсюду, от Манилы до Восточной Африки. Вы кого-то очень разозлили этим фейерверком. Есть мысли, кого? Это длинный список, брат. Как насчет того, чтобы оказать ЦРУ услугу и остаться в порту? Может, список получится сократить. Это не флотским решать, Дасти. Нам нужно разрешение с самого верха. Уже получил. Само собой. Что у тебя с местными ресурсами? У нас был человек, позывной Аргир, из ячейки на Аравийском полуострове. Был человек? Мы уже несколько месяцев ничего от него не получали. Вот что плохо, его могли убить, перевербовать. Он может быть где угодно. كيف وصلتم إلى هذا المكان؟ هذا ليس مهم. المهم هو أن الكفار على باب بيتنا، ولقد أخذوا منا لتكونوا جزءا من قضيتنا. يجب أن تثبتوا جدارتكم. سنرى. الأخوة الذين ستقابلونهم هم أساتذتي، وسوف يقومون بتدريبكم في الأسلحة والتكتيكات، ويمكن اختيار بعضكم لتدريب متقدم لنقل الجهاد إلى بلاد الكفار. الآن هو الوقت المناسب لإظهار جودتكم. تحرك إلى الداخل. اسحب تحت الإسلاك الشائكة. لديك مجموعة متنوعة من الأسلحة لاستخدامها ضد الكفار. لقد نجحت في هذا الاختبار. انتقل إلى الباب لاختبار آخر. انتقل إلى موقف الاحتماء واستعد لإطلاق النار على الأهداف. وسيتم توقيت الاختبار النهائي، استكمله في أسرع وقت ممكن، ويجب القضاء على جميع الأهداف من أجل إكمال الاختبار.
بسرعة! يجب أن تحطم الباب مع أخيك. إنك وسط، ولكننا بحاجة لك لقضيتنا. إذا اخترت اليسار سوف تعود إلى التدريب، إذا اخترت اليمين سوف تبدأ المعركة. تأكد من إطلاق النار على كل الأهداف في هذه الدورة. يجب أن تحطم الباب مع أخيك. إنك وسط، ولكننا بحاجة لك لقضيتنا. إذا اخترت اليسار سوف تعود إلى التدريب، إذا اخترت اليمين سوف تبدأ المعركة. Дело плохо. Вы какие заряды использовали? Направленные. Можно уничтожить грузовик и выдать за поломку бензопровода. Второй взрыв — это не мы. Да, не вы. Рисунок взрывов другой, и они шли изнутри контейнера. Это подтверждает наше предположение о грузе взрывчатки. Ага. Есть идея, чья она? Да. Компания «Пустышка» из Дубая. Между ним, Карачи и Филиппинами постоянно гоняют грузы. Мобильник, который вы нашли, очень нам поможет. Слушай, я должен спросить, ты как? Я нормально. Когда появляется политика, нас просят прекратить стрельбу и начать плясать. А я не танцую. Понял. Значит, Мака теперь командует Вуду? Уверен, ему не нравится, как все обернулось, но он готов. Надеюсь. Им придется попотеть. Да? А мне рассказать можешь? Пока нет. Еще поговорим, брат. Эй, Стам! Если вдруг со мной что-то случится, отдай мои бывшие. Это все, что ей достанется. Пора двигать. Остальное все уже и так у нее. Одна минута. Одна минута. Сам, ты занимаешься лодками. Гладиаторы на подходе, идем на рейд. Отстрел! Уходим, уходим! Тимба, это гладиатор 1-1. Мы отходим, готовим удар по ПВО безопасной дистанции. Мак и 1, 5 минут, вы без прикрытия. Понял, гладиатор 1-1. Динго, воздушная поддержка на подходе. Ясно, пусть Гризли разбирается со всеми, кто затеет подглядку. Принято, Динго. Мы подбираемся и наносим удар прямо в центр пиратского города. Следите за теми зданиями. Тихо.
Пошли! Там прикрой нас. Идем. Там наверх. Альфа за теми домами. Можем пройти здесь. Внутри есть кто? Нет, мы их сняли. Ко мне, сюда. Чего ждем? Здание нестабильное, мы роботы запустим, а потом уж сами.
Вроде работает. У вас сороковка и 7,62. Отлично. Там, надеюсь, ты не забыл, как ее управлять. Скопыри, ваша фуркасовый рейса! Куда я, Куджиран? Варкали, Куакар! Нам стреляют. Еще!
Цель уничтожена! По своим бьете! На два часа! Свои справа! Не спускать глаз со здания! Они там! Вот они! Там слева! Второй час! Там с ними! Второй час! Направо! Один готов. Лестница! Пошел! Мак-1, это Гризли-6 главный. Нас прижали к берегу. Тут чертова уйма местных с РПГ, палят по нам с крыш. Мы не можем сдвинуться с места. Можете уходить, берите! Цель уничтожена! Двери! Гризли-6, Мак-1 берет высоту, чтобы снять этих стрелков. Держитесь! Понял вас. Давайте быстрее, они пристреливаются. Повсюду. Стам, давай их уберем. Они не знают, что мы тут, но скоро до них дойдет. Действуем быстро и четко. Цели возле той башни. Местный готов. Еще одна цель, тот же сектор. Ты правее. Точняк. Ага, возле знака. Впереди, чуть левее. Они вышли. Внизу башни две цели. Прошла левее. Нас заметил. Стамп, не давай ему шанс. Мы подогнем. Мочи его. Выше. Еще одно такое попадание, нам конец. Прошла правее. Здание рушится. Там, не давай ему шанс. Так, не, мочи его. Стамп уничтожен, заходя к САКа. Дела 1-6, РПГ уничтожен. Все чисто. Осторожно, осталось несколько добить САКа. Понял, цель принята. Спешу изо всех сил. Опять на башню. Прямо в центре. Вот дерьмо, мы под обстрелом.
погибели. На башню. Прямо в центре. Наверху. Вот ему, мы под обстрелом. Там сними гранатометчика. Пошли, пошли, по нам стреляют. Убегай. Стам, помоги, Пеле. Гризли, здесь это будет. Он убегает. Осторожно, тут прямо гребаное осиное гнездо. Давай попробуем. Где и когда? Мой поезд приходит в 2:20. В Мадрид? Да, в Мадрид. По крайней мере, хоть кто-то будет рад тебя видеть. Она в машине. Она спит. Она думает, ты умеешь ходить по воде. И что бы я ни говорила, этого не изменить. Только не жди того, чего ты ждешь, когда мы встретимся. Я тебя понял. Я возьму себе номер в отеле. Но я хочу провести время с Беллой. А мы с тобой можем поговорить. Просто поговорить. Мы с тобой говорили уже 1000 раз. Хватит. Не надо, не сейчас. Кое-что случилось. И все поменялось. Том, что поменялось? То, кто ты такой, то, что ты делаешь, то, что должен делать, ничего и никогда не изменится. Все поменялось. Ты все время уходишь от ответа. Послушай, просто скажи, как есть. Завтра. При встрече. Кто тебе сказал? Да ладно тебе. Ты увольняешься со службы, а я узнаю это от кого-то еще. Тут дело в политике, сам понимаешь. 22 года старания, потом нас гонят за то, что мы поступили правильно. Значит, все решено. Ты вышел из игры? Не вышел. Меня вывели. Но у меня есть варианты. Как дела у Притчера? Не очень. Собрался, спокойно вышел в отставку и поехал в Мадрид. Говорит, хочет наладить семейную жизнь. Ну, удачи ему. Значит, в Мадрид. Лена и Белла не дома? Нет, они у ее родителей.